Как сдать анализы в крупнейшем лабораторно-диагностическом центре России, не выезжая из Печоры? На базе современной медицинской клиники можно сдать более 1000 медицинских анализов. Все исследования проводятся в Центре молекулярной диагностики «Город Москва» уже в день сдачи крови. А результат вы можете получить через несколько дней на электронную почту или в современной медицинской клинике. Действует гибкая система скидок. Подробная информация и запись по телефону 30350. По сообщениям синоптиков, завтра, 9 апреля, в Печоре ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 15-17, а завтра днем минус 4-6. Включи Лав-радио твоей мечты. Песни со смыслом. От любимых исполнителей. Шансон. Душевное радио. Просто хорошие песни.